Коля, в туалет пошел. Боже милый, сегодня грешен. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчислая согрешил, Господи, прости меня, грешен, помилуй. Я святи дары, посылаемые Тобой, словом истины и молитвы. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 По славу Божию немножко сказать. Помог, кто не помог в бане? Все помылись? Галина Алексеевна еще. Кто не мылся? Все помылись, кроме Галины Алексеевны еще. Я не понял. Галина Алексеевна еще моется. Татьяна. В бане, сейчас придет. Вон туда. А ты где был? В туалет ходил. В туалет ходил? Ты руки мыл, пришел из туалета? Нет. Нет, приучены так, с туалета и за стол, да? Ну-ка же, жми по все лопатки. Вообще всегда. Ну, совершенно ничем не приучен. Вообще всегда моют руки. Дальше. Здесь, ребята, я на крючок закрыл, хулиганит. А для матери он сокол ясный. Ну ладно, садитесь. Так, подожди-ка. Зафиксирую я вас на пленке. Так, баня у нас не просто баня, а баня хорошая, своя, и на нее как топить, все это рассмотрено. Воду экономить. Тазик, все. Ты потом возьми третью часть тазика, помылась, а потом оставь для того, чтобы тебе хватило. Не хватает, это немножко еще возьми. Ну и считай, один бак, больше нет ничего. Вот ребятишки подходят помыть, вот этот вот отрок. Он вот так вот поднимет рожок и стоит, я говорю, зачем? Он не может ответить. У него все безмозглое. Крючок с этой стороны. И он оказался с этой стороны. Все. Он едет в поезде, зашел в ту сторону. Там крючок. Здесь мать с ребенком стоит в туалет. Он не понимает ничего. Он сидит застыл там, пока его оттуда не вытряхнут. Ну что так? Он для чего нужен на земле этот человек? Он где бы ни шел, везде от него неприятности, неприятности и пакости. Я не требую от вас ничего, кроме того, чтобы быть человеком. Это... Договорились, нет? Да. Это я вас зафиксирую, кто согласен. Так, кто-то идет у нас. На улице прямо вот это. Садимся за стол. Самое простое. Хоть допрашиваем, что ты сделал это. Молчок. Он не понимает, его надо разблокировать. И это самое лучшее лекарство, это... Крапива. Выделал? Я согласна. Вот такая, ты выделал? Такая. Да. Лекарственная крапива, тире, пожоги. Больше ему ничего не надо. Видишь, какой парень хороший у нас стал. Если обещаний ни одного нет, считаю, он уже герой. Притом мы ничего не просим лишнего, кроме того, что не мешал, не вредил. Садись, браток. Вот в баню зашел ты и оглянись, как после тебя. После этого надо полным выворачивать три до доски. Все оттуда вытаскиваем. Стараемся, чтобы было никак. Помылся велик, бросил, все хвастится, там травы какие-то берут. Но это одна маленькая банька на всех. И вот бежу, какой-то эгоизм прямо. Вот и зашел, оглянулся, помолился с молитвой. Тебе можно помыться, можно попариться, но не сидишь же все время. А у меня волосы. Ну что это за волосы вытаскивают? У меня волосы. Почему же ты так не делали, даже самые волосатые? Ну у меня борода еще какие-то за бороду вытаскивают. Пришел по времени, как можно быстрее расшевелиться, сидит в бане, распарился, как парни на яйцах. Вы сейчас заметили, ласточка залетает, где машина? И как они там залетали? И что? Двери подпилили, сейчас ворота взяли, подпилили, ласточка залетает. Мы должны жить с открытым оком. Так книга называется одна. По славу Божию. Мы должны всегда быть радостны, что нас Бог благословил и собрал вместе. Есть такой поют какой-то у туристов, где мы собрались вместе, там все такое. Кто знает это? Ну, собрались нам хорошо, и вот такой гимн. Садись.